Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня открылась угольная армия. Я, конечно же, хочу потестировать новую героиню. Дефный вариант на угольной армии. Я вам показал ее. Ну, я еще дальше буду тестировать. Атакующая сборка, конечно, бомбическая, но она сливная очень. Надо будет что-то найти среднее, так, чтобы герой и шатал. Ну и надо побегать по локациям и всеми пачками. Надо дождаться атаку фортов, битву гильдий. Тоже потестируем. В общем, такая вот у нас сборка. Домашняя, от хил у героя есть, деф у героя есть, отражалка, защита есть. В общем, все есть. Поехали. Угольная армия открылась. Попробуем. Сейчас что-то собрать. Я хочу вообще полностью убрать все нафиг, оставить одного героя. Вот такая вот сборка. Поставим таблеточки. Герой бьет по одной цели. Это, конечно же, я показал, если вы посмотрели видос. Это один из самых больших минусов, то что нету зональной атаки. То есть герой один на один будет реально крутой. Если против пачки, ну, по одному будет выносить, там шатать в зависимости от сборки. Но самое основное герой — это не то, что дамажить, он обездвиживает полностью героя. В этом как бы и весь плюс. Такс, поехали. Вроде все настроили. Поехали, будем смотреть. Делаем ускорение, потому что долго они будут бить. Это жесть. Наконец-то тыковки прибежали. Итак, есть начало. Там эти, надеюсь, оно там у вас не громко, и вы не оглохли точно так же, как и я. Такс. Вот. Вот то, о чем я говорил. Обездвиживает цели, как видите, рядом. Но остальные просто там дамажат. Я не знаю, что тут делается. Уже следующие бегут. Вот, обездвижила полностью. Не пробивает она архи, ну, демонов. IGG должны, обязаны это написать, потому что многие на это ведутся и взяли этого героя, потому что думали, ну, не многие, но относительно, я тоже думал, что это будет просто жесть. Ну, все-таки боссы точно так же, как и Мэри, у Мэри работают. То есть не пробивает она сверх. А что здесь творится? Я просто в шоке. Жесть, ребят, ну вот скажите, это нормально? Это просто какой-то аут. 11-я волна. Они уже под бешеным разгоном. Я в шоке. Уже атланты пошли. Это просто жесть. Если был бы еще зональный дамаг, это, конечно, аут какой-то. Наверное, сюда и нету смысла, знаете, на нее ставить подашку против одного героя, потому что она, ну, не бьет всех вместе. О, наконец-то убили. Там уже просто какой-то 59. Хорошо, не вопрос. Пробуем другой вариант. Убираем отсюда подашку. Поставим сюда. Истинная вера, конечно, классно, круто.
Поставим сюда что такое интересное. Наверное, попробуем выживание. Какие есть еще варианты? Выживание. Ну, это будет увеличение отхила. 2 секунды всего лишь с 5 работать. Хотя, в принципе, этого тоже должно хватать. Если брать по кулдаунам, тут у нас 3 секунды. Кулдаун 7,5, а тут у нас 2 секунды кулдаун 5. Попробуем такой вариант. И, в принципе, нам на дамахе питомец тоже особо не нужен. Отражалка. Так, тут 4 героя. Да. Какой вариант? Я просто думаю, какой вариант. Давайте поставим вот так вот. Уклонение плюс отхил. Вот такой вот вариант. Максимум. Максимум попробуем выжить. Ну, что еще? Выживание? Ну, нету смысла, наверное, ставить. Попробовать маскировку как вариант. Она уйдет в инвиз. С инвиза, в принципе, она может отхилиться неплохо. Давайте такой вариант попробуем. Думаю, завтра с утра еще затестирую. Смотрим, что у нас в итоге получится. То есть, как видите, она не массовый дамагер. Поэтому ее используют где-то на фарме. Не знаю. На ней просто будут зависать. Вот зависать на ней офигенно. Но вот самое основное, что мне нравится, это ее умение. Посмотрите, просто все отдыхают. Вот начинается опять движ, опять тыковки на ускорение. Но тут уже не все так просто. Жестокое уклонение. Точнее, этой атаки. Все, тыква сдохла. Надо ждать следующую тыкву. Все, опять пошла жара. Все, пошел разгон. Просто трэш какой-то творится. Вот это сборочка, да, ребят? Это мне чем-то напоминает Барда. То же самое картина. Шестнадцатая волна. Посмотрите, сколько героев. Начиная с какой там волны, и все, посмотрите, просто все отлетают на пару секунд. Я офигею. С таким разгоном, с максимальным разгоном от тыквы все волны, ребят, посмотрите, что делается. Она не убивает, но ее убить не могут. У нее офигенные отхилы, плюс она их притормаживает хорошо. Плюс деф. Блин, не знаю, круто. Мало кто из героев выдержит вот такое.
Но дамаг, я думаю, у нас будет топовый. Офигеть. Я уже просто, по-моему, подвисает этот, сколько там героев у нас, я не знаю. Это нереальное что-то. Вот это нормально, IGG создает локации и создает героев. То есть герой не дамагер, ну по сути дамагер, но по одной цели, но против такой толпы на разгоне это конечно весело. 24-я волна, ребят. Я пойду демоны 25-я. 25 у нас, по-моему, их здесь. Пятая волна. Жесть. Просто жесть. Вот это да. Может, пора уси... Посмотрите, да, тут дамаг. 1 миллион 653. Но зато мы прошли 25 волн. Это, наверное, самый топовый результат. 25 волн и такой результат. Я не знаю, надо еще барда будет ради интереса завтра потестировать. Но это просто эпично. Просто самый эпичный заход, наверное, со всего, что я видел на угольной армии. В общем, такая вот фан, такой вот фан-видосик героя. Ну, посмотрим, будем дальше тестировать. Герои реально мне очень нравятся. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.